День второй, ребята. День второй. Да? День второй, мои хорошие. Открыла окно, а здесь дует холодно. Да? Эти уже прокапанные, закутанные, спим, да? Мои хорошие. Жажда мучит. А пить нельзя, да? Маленькие мои. Люди, это всего лишь маленькие дети. И им нужна помощь от нас с вами. Пожалуйста, отзовитесь. Друзья, малыши, не каждый может взять его ребенка домой. Но, ребята, каждый может ему помочь. Я обращаюсь ко всем. Ребят, это просто дети. Просто маленькие дети. И каждый из нас вполне может выделить и пожертвовать 100 рублей. Я прошу вас, люди, ну будьте людьми, пожалуйста. Помогите детям. Друзья, маленькие малыши к нам попадают очень часто. Гораздо чаще, чем нам бы этого хотелось. И очень часто многие приюты не берут детей. Не берут, а тем более больных. Потому что это нервотрепка, это лечение, это корм. Ребята, корм. Прошу вас, помогите нам выкормить и вылечить малышей. Прошу вас, пожалуйста. Друзья, у меня на капельнице вторые сутки 7 малышей. 7 малышей с базы. И я обращаюсь к вам. Помогите нам их спасти. Не только спасти, вылечить, ребята, но и помогите, пожалуйста, их выкормить. У нас нет корма. Я обращаюсь ко всем, друзья. 100 рублей, ваши 100 рублей – спасут приют и спасут жизнь. Пожалуйста, цена жизни этих малышей 100 рублей. Друзья, не каждый из нас может взять их домой. Но каждый из нас может им помочь. Эти дети на капельницах. У них сильная зараженность глистами. Их привезли нам с базы. И сейчас мы пытаемся спасти им жизнь. И я призываю всех. Друзья, пожалуйста, будьте милосердными. Впрочем, прошу вас, будьте милосердными. Помогите спасти этих малышей. Пожалуйста. Беленькая с черной головой. Я не смогла, ребят. Тяжелых еще двое. Еще одна беленькая девочка, очень тяжелая. У нее не прекращается рвота. И черная малышка, которая сидела вот здесь, наверху, в этой клеточке с белой. Я беленькую посадила сейчас в эту клетку. Двух малышей, самых тяжелых, опять поставила на стол. Остальные начали играть. Водичку пьют. Не могу больше. У нас пока еще 1, 2, 3. Трое слабеньких, а трое уже играть начали. Нормально, хорошо. Друзья, а ведь, возможно, именно вот эти глазки ждут вас. А? Вот эти глазки. Ждут, ждут, ждут. Вот такая красавица, Роси, ждет вас. А? Нам уже полегче. Да, еще тут пару дней, и ребенок будет совсем хорош. Ой, такая. Такая красотка у нас. Не-не-не, полежи спокойно. Еще чуть-чуть. Лапку дай маме, дай лапку. Дай лапку маме, дай лапку. Не-не-не, давай лапочку сюда. Вот так. А иначе не капает, да. Лапочку приходится держать. Да, солнышко мое? Распрями лапку. Вот так. Ай, ты моя красота. Нам полегче, у нас носики мокрые стали. Да, полегче. Пусть у всех все-все-все будет хорошо.
Доброго всем здоровья!